Что мы ожидали перед игрой? То, что Тамбов построит свою игру от обороны. В принципе, это и произошло. В большей части играли от обороны. Нам приходилось всю игру взламывать 10 человек. Но здесь в оправдании, наверное, можно сказать, что поле очень медленное. Мяч очень медленно на этом поле ходит, застревает. И тот футбол, который мы играем, тяжело на этом поле вскрывать. Даже если команда низшей лиги, то все равно какой-то, наверное, ну, для второй лиги я могу сказать, что Тамбов — это хорошая команда, много там исполнителей играли в первой лиге, поэтому обороняться всегда легче, и мы во втором тайме пропустили контратаку. Единственное, нам, конечно, наверное, в первом тайме больше надо было агрессивнее играть. Я считаю, первый тайм мы немного академично играли. Диабальт сыграл, я считаю, на своем уровне, немного подустал в конце, так был активен, старался, но что-то не получалось. Воевичу было тяжело, так как он, в принципе, это был первый его матч в этом году, ему, наверное, сходу было тяжело проявить свои качества. Но мы играем в одного форварда, по ходу игры, да, выпустили. Мы строим свои... Два форварда — это более так подразумевает где-то больше подач, больше забросов, меньше контроля. Мы все-таки по-другому свою игру строим, поэтому сразу искушения не было. С первых минут такого не было искушения. Не, в перерыве думали некоторые позиции после первого тайма поменять. Были такие мысли. Ну, ждали, что второй тайм проснутся некоторые у нас и заиграет тот футбол поагрессивнее. Потому что такую оборону скрывать здесь нужно быстрее работать с мячом. Ну, повторюсь, поле мы медленно, им тяжело работать, мяч застревал. Но все равно стараться убыстрять, где-то индивидуальные действия, агрессия, подача, все надо было убыстрять. Мы знаем, что команда очень хорошо контролирует мяч. Сначала они выиграли у Томска 3-1, у Шинника 4-0. И заключительную игру они сыграли 1-1 с Астрахани. Проанализировав игры, мы посмотрели то, что Тула действительно первые минут 20 не решали как бы проблемы со всеми командами. Основная была сегодня задача не дать забить в первую минуту. Да, мы играли вторым номером, но быстрый выход из обороны в атаку, который мы и планировали на эту игру, мы сработали. Мы не дали в стандартах им не исполнить ничего. Группа игроков, включая там Берхамова, там Кутинов, там Федотов, мы как бы выполнили задачу. Ребята сыграли как надо.